Доброе утро. Поспали мы в машине. Часов 7 даже почти. Как выяснилось, мы там не одни такие в этом месте. Там стояночка такая, там куча домов на колесах и Peugeot, что там, 107-й, да? Боже, 107-й. Да, даже в нем как-то люди умудрились поспать. Вот уже, как выяснилось, в монастырях колокольный звон в 4 ночи, да? В 4 утра, да. Был. И вот или даже полчетвертого. Сейчас начало 7-го. Переночевали мы вон там, вон, не знаю, видно, нет, где дома на колесах стоят. Там постояли, поднялись чуть выше, поднялись. Сейчас вот позавтракаем непосредственно, можно сказать, у подножия Преображенского монастыря Гранд Метеору. Хотелось бы, конечно, таймлапсик сделать, но облаков нет. И солнце, наверное, не совсем будет видно тоже, как будет ходить. А вид отсюда шикарный, шикарный. Время ближе к 9, и мы снова подъехали к Преображенскому монастырю. Минут через 20 должен открыть свои двери для туристов. Я думаю, ну, полчаса максимум посмотрим. Доедем до какого-нибудь из женских монастырей. Я думаю, тот, который повыше, где надо на канатке до него добираться. И поедем уже в Корейцы, где у нас аж со вчерашнего дня забронировано жилье, но мы туда не поехали, чтобы остаться здесь на подальше. И, да? И правильно сделали, потому что 170 километров туда-обратно мотать по платным дорогам. Да. Да не, мне кажется, там не обязательно там платно. Ну, а, ну, возможно же. Возможно. Как выяснилось, одна бабушка нам сказала, что Преображенский монастырь как бы сейчас для туристов вообще не открывается. Пойдем какой-нибудь другой. Как оказалось, канатку для туристов не пускают, это скорее для рабочих нужд, для строительных, там цемент перевозят. А туристам пешочком сначала вниз, а потом туда вот вверх. Мы посетили два монастыря, первым из которых стал монастырь Святой Троицы. Скала, на которой стоит этот мужской монастырь, представляет собой наиболее впечатляющий вид метеор. Это утес высотой по 400 метров, у подножия которого лежит русло реки Пинис, а над ней вершины поросшего лесом горного хребта Пиндос. Точных данных об основании монастыря не сохранилось. Он был построен где-то в период с 1458 по 1476 год. Также достоверно неизвестно, является ли упоминаемый в монастырских хрониках монах Дометий его основателем. В 1925 году в скале прорубили 140 ступеней, которые вслед за тропинкой у подножия скалы ведут в монастырь. При подъеме у входа в монастырь находится вырубленный в скале маленький храм святого Иоанна Предтечи. Сам небольшой храм Святой Троицы был основан во второй половине 15 века. В этом храме справа от алтаря расположена
Резница, большинство сокровищ, которые были расхищены во времена иностранных завоеваний известными варварами, вместе с монастырскими колоколами. Удалось сохранить 25 старинных икон, которые в настоящее время находятся в монастыре Варлаама, а также 40 рукописей, которые переданы в монастырь Святого Стефана. В 1979 году был украден древний деревянный иконостас собора вместе с иконами. Вместо него был установлен новый позолоченный иконостас с иконами Христа 1662 года и Богоматери 1718. Одно же из главных сокровищ монастыря – Евангелие в серебряном окладе, изданное в 1539 году в Венеции. К слову, вход в монастырь платный, 3 евро за каждый. И сейчас мы в монастыре Варлаам. Сейчас мы его посмотрим и, в принципе, будем уже продвигаться в сторону моря. В середине 14 века Варлаам поднялся на скалу и воздвиг несколько келий и маленькую церковь, которую посвятил трем святителям. Там он обитал до конца своих дней в полном одиночестве. После его смерти все помещения оставались необитаемы долгие годы. В 1518 году два брата, монахи Нектарий и Феофан, происходившие из знатного рода и до этого прожившие 7 лет в Преображенском монастыре, поднялись на скалу с единственной целью – отреставрировать превратившуюся в руины церковь трех святителей. Однако братья после восстановления церкви остались на скале, и постепенно к ним присоединились другие монахи, число которых к середине 16 века достигло 30 человек. В 1542 году братьями была построена новая просторная церковь с двумя куполами, построенная по подобию афонских церквей, посвященная всем святым. После смерти братьев монастырь продолжал процветать, получая от верующих земельные угодья, виноградники, оливковые плантации и деревни. В 1922 году для более удобного подъема в скале были прорублены ступени. В монастырской трапезной расположен музей, где хранится крупное собрание редких рукописей, вышитых золотом плащаниц, резных деревянных крестов исключительно тонкой работы. Смотрели мы метеоры. Очень круто, на мой взгляд. Если будете на материковой части Греции, то место прям обязательно к посещению. Мне кажется, в любую погоду. Но вот в ясную очень круто. Жалко, конечно, там лапсики не получилось сделать. С эманчиком-то и облачками это было вообще круто. Но... Не, место на самом деле очень крутое и в плане природных пейзажей и историко-культурного наследия. Очень здорово. И еще вчера, сегодня я убедился второй раз, что место мне очень напоминает турецкую Каппадокию. То есть даже и природный пейзаж немножко похож, и городок у подножия. Ну, прям аналогии прям у меня четко прослеживаются. Ну, очень здорово. И вообще еще вчера поняли, и сегодня опять же убедились, что Греция как-то, она для нас какая-то домашняя, что ли. Может, и почти родная. Спокойно как-то. Ну, не знаю, прилетели как себе домой. То есть как бы совершенно спокойно здесь. То есть не ощущаю. Я себя за границей не ощущаю. Да, здорово, красиво, тепло, но... как-то по-домашнему, уютно. Ладно, сейчас спускаемся в город и едем в город. Едем к Кубереву, да. Неплохо бы еще изоленту найти, а то мне опять стабилизатор поломался. Сейчас проезжаем город Лариса. Это третий по величине город в Греции после Афин и Салоник. Ну такой вроде уютный городок с теми же самыми черепичными крышами. И в принципе, домами. Я бы сказал, с отсутствием пробок. Что нельзя сказать об Афинах, по слухам. Пока не видели. Посмотрим мне через несколько. Ладно, нам, короче, осталось до места 60 километров.
на горизонте показалась самая высокая гора Греции, Олимп. Там, там Зевс, Арес, вот это, Афина, все, все там, все ребята там. Все там. Ребята, в общем, мы заселились в отель в Корице. По сути, это деревня. В принципе, на картинках все выглядело здорово. Оно, в принципе, и здесь выглядит все здорово. Но, по сути, это такая глушь. Это реально деревня. Макс еще шутил. А, я еще говорю, в Греции типа как дом. А когда сюда приехали, вообще прям как дома, да, Макс? Петухи поют, короче, куры здесь бегают. Вот. Отель, в этом отеле постояльцев кроме нас вообще нет. Ну, типа апарт-отель, ну вот, собственно, две кровати, мини-кухня, ванна, ну, душ. Кондиционер хоть не работает, пульта, телевизора нет. Вот, ну. Деревня. А причем на ресепшене две женщины по-английски. Одна вообще не говорит, вторая прям еле-еле-еле-еле. А девушка, с которой бронировали, ну, видимо, может быть, и дочь-внучка, не знаю, ее нет. Но фишка здесь, почему я забронировал именно это, ну, место размещения, это ради вида. Вот, сейчас покажу. Чё как? Замечательно. Мы тут сейчас с Максом ржали, что мы хлеб купили дороже, чем ведь колбасу и сыр. Сыр с колбасой стоит 2 евро упаковка, а вот эти булочки, сколько там, булочек 10, да? 3,5 евро, что ли? Да почти 4 евро. Вот, не, ну вид на самом деле шикарный. Ветер, походу, тут будет веселый. Народ будет ходить. Ага, тусловки, ты... Тусловки, кафешки. Ты и я. Так и будет. Конечно, вот 5 дней будем сидеть. Так и будет. Ну, а не, у нас сколько? 4 ночи осталось здесь. Ну, тут 4 дня мы будем сидеть и смотреть. Красиво. А, кстати, не факт, что там вообще пляж есть. Она просто сказала, море 4 километра, но не факт, что там пляжи есть. Сейчас поедем посмотрим. Вообще, побережье прикольное там. Ну, побережье вон там. В принципе, море, но не факт, что там есть пляжи. И, ну, в принципе, для приморского отеля цена недорогая. Вышел где-то в районе, это о чем я говорил, вот это вот, как дома, да, Макс? Макс из Рязанской области. Стоит где-то обошлось, что-то в районе 2500, не перебивая, в районе 2500 за ночь. И для приморского отеля это вроде бы недорого, но если бы как бы я точно знал, что все так будет, то я бы, наверное, что-нибудь другое выбрал. Ну вид хороший, как бы. Жалеть не жалею. Да? Да. Пока. Мы хрен его знает, вообще типа. Вот, доедаем последнее. Тут нет магазинов. Мы проезжали тут по центральной улице, там просто их не было. Центральная улица это вот шириной примерно так же, как вот эта вот дорога. Так что, голодать, наверное, будем. Ну, у нас еще литр рома есть. Вот эти бы спонтян, наверное. Я говорю, мы раскачаем эту деревню. Вечером будет жара. Будем жарить кур. Вон бегают. Вот такой вот отельчик. Бар есть, кафе и веранда. С хорошим видом. Вот здесь можно посидеть. Вообще замечательно. Ромчик попить, да. Или метаксу. Ладно, поехали. Едем на пляж.
Логичное. Вода прохладная, но вполне, как сказать, купабельна. Купательна. Едем теперь. Причем кроме нас там вообще никто не купается. Вообще глушь, я не знаю, где народ весь. В кемпингах причем стоят дома на колесах куча. Где все, непонятно. Вот. Едем в Кокин-Энеро. Слабо представляю себе, что это. Но это что-то вроде термальных источников. Грязи лечебная, не знаю, сейчас доедем, посмотрим. Здесь рядом 7 километров осталось. Доехали мы до Кокин-Энеро. Источников мы пока не нашли. Мы нашли пляж, правда, галечный. Народ нашли, народ. И народу немерено, молодежи, бары, короче. Время еще, ну, 7:30. Народу уже в барах сидит. И вот реально одна молодежь. Видимо, здесь будет еще дискотека. Там уже что-то музыку настраивают, что-то аппаратуру. Open air. Нашли мы минеральные воды. Минералка? Минералка. Вкусно. Чем дальше, тем грязнее. Какая чёрта тёплая, она холодная. Ну, не знаю, где-то должен быть ещё тёплый, наверное, источник, я так подозреваю. Это ни хрена не тёплый. А может, не надо вообще? Может, не должны? Что? Теплые быть. Ну, вот эти, может быть, и нет. Наверное, есть какие-то другие теплые.